Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Arch Panzer, где мы продолжаем играть Jagged Alliance. В прошлой серии мы с вами очень долго зачищали доки. Я, честно сказать, даже здесь определенный момент вырезал, потому что не мог найти последних двух бандитов, которые шарились у нас по местным лодочкам. Ну да ладно. Также мы с вами загрузились на моменте до того, как я купил все вот это вооружение. На самом деле оно мне пока что, наверное, не особо-то и нужно. Нужно просто запомнить, что это все дело здесь есть. Просто для фала нет патронов, для РПК нет патронов. Но броня классная, конечно. Броня тяжелая, ее, наверное, можно прикупить, какому-нибудь панзеру выдать, чтобы он жил-выживал. У нас, к слову, есть же еще пластины керамические, которые тоже вроде как увеличивают защиту. Купить, не купить. Да, наверное, куплю. Вот броню я куплю прямо сейчас. Стволы, пускай пока полежат до лучших времен. У нас, кстати, рядом есть сектор, где ремонтная мастерская. Там можно будет патроны крафтить. Поэтому... Да, патронов накрафтим, оружие возьмем. Где у нас броня? Вот она, броня. 50% уменьшения урона. Это прям космос какой-то. Давайте панзеру ее выдадим. Да. 50%. Слушайте, давайте я еще пластинку сюда попробую вставить. Как это вообще работает? Совместить с... Вот с этой броней. 80%! Серьезно? Ничего себе. Слушайте, а пластина это временно? Улучшенная броня может поглотить больше урона до того, как пластин раз... А, это временное усиление. Понял. То есть мы на нашу тяжелую броню дополнительные керамические пластины приматываем. Ну, соответственно, это все дело... Временное. 80% уменьшения урона в торс. Это очень круто. То есть арча пробить и непосредственно в торс будет весьма-весьма тяжело. А это давайте выдадим мы Барри. Барри у нас очень часто на передовой. Соответственно, с своей двухстволкой, с гранатами. Так, и у нас теперь еще появилась броня с рукавами. Броня с рукавами. Ну, не знаю, давайте, может быть, МД выдадим. Броню с рукавами. Куча касок у нас здесь еще. Еще и ПНВшки есть. Ну, вообще красота. Ну и касок, точнее, противогазы. Давайте, наверное, я ПНВ сразу выдам. Они потому что дебафов никаких не дают. При этом... в темное время суток бонусы дают. А я склонен забывать, соответственно, их на себя надевать, когда наступает темное время суток. Поэтому вот. А, так что делаем? У нас здесь есть задание. Можно будет собраться снова, чтобы защитить доки порта Какао. Это круто. Кроме того, к нам идет здесь бандитский отряд, тяжелые штурмовики легиона. Они идут в наш прииск. Сейчас, на самом деле, вопрос интересный. Я, наверное, Калину хочу вернуть. На этот прииск, конечно, у нас здесь 8 оперативников, они должны справиться с тяжелыми штурмовиками, которых 7, хотя не факт. Но Калина должна, я думаю, что в этом деле нам помочь. Кроме того, через несколько дней у нас контракты заканчиваются. В принципе, прииск просто в одном шаге от нас. Здесь еще порт Какао. Ну да, все это дело надо зачистить. Только интересный вопрос, с чего нам начать. С одной стороны, конечно, хочется сразу захватить прииск и уже там начать ремонтироваться. Ремонтироваться, отдыхать и так далее. Чтобы денежки начали нам капать. После чего, соответственно, уже попроще нам будет. Просто сейчас, когда мы будем отдыхать в условиях одного прииска. После того, как мы захватим два прииска, соответственно, будем отдыхать в условиях двух приисков. И сможем себе дополнительных ребят нанять, которых куда-нибудь сюда отправим. И сюда, на север, можно будет полноценный отряд отправить. Так, кстати, я давно не играл. Давайте вспомним, что у нас вообще по деньгам. У нас, насколько я помню, где-то еще, да, у нас здесь груз с алмазами был. У нас, кажется, вот здесь вот еще был груз с алмазами. Да, у нас здесь еще. Слушайте, так у нас красота по деньгам-то. У нас 34 тысячи. Здесь еще куча всякого оружия лежит на этой базе. Блин, ну, калинные патронов не то чтобы сильно много. Ну да ладно. Так.
Ладно, давайте. Хотя что, может быть, местное задание сначала сделаем? Да, давайте, наверное, сделаем вот это задание в доках. Посмотрим, насколько оно быстрое. Если быстрое сделаем, то пойдем еще на штурм. На штурм чего? На штурм. Ну, блин, рудника, короче, соседнего. А если не быстро? Если бы Келлион планирует отбить доки ночью, как они в темноте узнают, кто свой, а кто чужой? Да всех будут убивать. Фонарики возьмут. Because it would be silly to name an invasion plan Operation at Night and have it take place during the day. Nothing of what you have just said makes any sense. That is why women should not... В общем, война не женское занятие. Назвали операцию Ночь Н, значит, нужно нападать ночью. И пофигу, что они все будут с фонариками, в них будет очень легко попасть. Но мы-то будем в ПНВшках. У нас-то не так сложно будет. Не так просто, точнее. Ну ладно, давайте... Дрык, хедшот Хью. Кстати, я, по-моему, с ним еще не разговаривал. Здорово! Не видал вас тут раньше. На деньги играете? Спорим, да, я хедшот Хью. Можете звать меня хедшотом или Хью. Только не хеджопом. Не смешно нифига. Хедшот? Ага, чумовая история, правда. Пуля угодила мне прямо в голову, но я выжил. Теперь у меня сквозная дырка прямо в мозгу. Жесть, да? Шанс пережить такое ранение один к... Я даже не знаю скольки, потрясающе. Вы мне не верите, да? Давайте поспорим на деньги. Не увижу в жизни, поверю. Да, 400. У меня есть 400, давай. Дай угадаю, наемники, охотники с головами. Да, когда-то меня вела до рога приключений, а потом мне прострелили голову. Вот она дырка, насквозь видать. Как любопытно, можешь мне ее посмотреть? Знаете, вам ведь исключительно повезло. Пули почти никогда не оставляют такие аккуратные выходные отверстия. Обычно они начинают кувыркаться в ране и разносить все на своем пути. Ну да, самый везучий человек в мире, это факт. А теперь ваши денежки, будьте так добры. Но на десерт можете еще кости кинуть. Отыграйтесь, как пить дать. Так, ну расскажи об охотниках. Ну, мы были кем-то вроде вас. Когда началась гражданская война, страна прям заполыхала. Полицейские все воевать ушли, причем за кого попало. Вот простые люди платили нам за нам с дрыгом, чтобы мы охотились за преступниками, ворами, убийцами, насильниками, кем угодно. Вот только подонки, на которых мы раньше охотились, теперь захватили всю долину. А охотников за головами больше нет. Мы с дрыгом последние, но мы на покой ушли. Хотя кое-какая полезная инфа у нас есть. А с дрыгом что не так? То, что и со мной. Та же чертова пуля, что меня прошила. Срикошетил, угодил и в его качан тоже. Вот только зацените, он-то в каске был. Знатно, видать, отдалось, потому что я договорю, как всегда говорил. А он теперь даун. Вообще, синдром дауна не может развиваться после рождения. Да какая к черту разница? Тупой, значит, даун. Может, конечно, заморочиться и контингентов вспомогательной школы таких называть. Думаешь, не так обидно, чем просто дураком или кретином. Так подумай еще раз. В общем, дрык мой кореш. Что ж ты думаешь, я его обидеть хочу? Да, я не об этом. Но по вашей логике, если бы мы, допустим, были друзьями, смог бы вас назвать своим не... Да я ж тебя, расслабься, шучу я. Хотя, если серьезно, нет. В общем, я это с любовью говорю. Он же напарник мой, кореш. Просто если надо сказать ему, что он давно не отливал, старые слова все равно сподручнее вообще. Да нафиг, жизнь это один сплошной прикол. Госпожа Удача обожает над нами подшучивать. Вот и я как она. И над кем ты подшучиваешь? Да, все больше над дрыгом. Безобидные такие розыгрыши. У бедняги в голове каша полная. Ему что 20 лет назад, что вчера все одно. Хотите знать, какой следующий розыгрыш задумал? У дрыга там на стене висит роскошный дробовик. Мамке его принадлежит легендарной мамаши Бакстер. Самому-то ему он ни к чему. Дрыг про него, небось, и помнить забыл. А если поможет мне сделать так, чтобы он сам его мне отдал, может, продам его потом вам. Вы с дрыгом разве не друзья? Еще какие, но он даун. Мало ли что выкинет, с этим дробовиком мне все время за ним приглядывать приходится. Если у меня не будет под рукой этой пушки, я намного спокойнее вздохну. Но мне лучше... По мне, лучше он его лишится и чуток поплачет, чем вздумает однажды, не разрядив почистить или еще что. К тому же он, небось, на завтра об этом даже не вспомнит.
мамаша Бакстер. Когда мы были охотниками за головами, бар этот принадлежал дрыговой мамке. Крутая была тетка. Слыхали, наверное, шутку? Заходит как-то грабитель в бар мага и больше уже не ходит. Ее лет 5 уже как нет. Была большая перестрелка, она словила пулю. Банда ее кофейной бабы после того вся разбежалась. Бабы? Кучка старушек, которых лучше не злить. Было время, когда они с мамашей Бакстер ужас тут на всех наводили. Теперь, считай, живые символы этого города. Что ты задумал? Дрэк, он чисто как дитя, даром, что урод. Зайди сама мамаша Бакстер в бар, попроси его дать дробовик, эта тупица подвоха и не почует. Даром, что она уже 6-й год как померла. Ты хочешь заручиться с помощью мертвой старушки? Только не говори, что она привидение. Я могу выдать себя за нее. Нужно только нарядиться, как она. Вон она на фото, видите, какой причесон. Это парик рыжий, модная в те времена была фишка. Сейчас фиг где найдешь. Где парик-то найти? Ну, можете поспрашивать у продавцов мусора. Есть еще эта шизанутая баронесса, чего-то там на помойке. Уверена, она тоже по реке расхаживает. Потому что прическа ее один в один, как у мамаши Бакстер. Правда, она скорее умрет, чем маму отдаст. Ладно, так, кости бросать мы не будем, что тебе известно? Не вопрос, у вас деньги с меня известия. Да нет, мы знаем, и где майор, и где... Берегите головы. Спасибо. Так, хедшот. Подходящий парик можно найти в лавке старьевщика, в секторе Порт Какао или на главе баронессы. Окей. Так, с дрыгом сейчас особо смысла нет разговаривать. Так, ну. Па-па-пам. Старушка Ханна. Стукнутая. Есть списки? Есть списки. Пошли говорить. Как бы они нам сейчас задания не навыдавали своих. Что? Говори громче, пока я тебя нахрен не взорвала. Барри? Не следует так кричать, моя взрывчатка может детонировать. Эд, бабуся вам сказала, что я люблю взрывчатку, да? Вообще она душка. Ладно, побалакуй с ней. Я не особо понял, что произошло, но кажется, Барри разрядил обстановку. Так, стукнутая Ханна осталась. Так, давайте в обратную пойдем. Нам нужна старуха Винни. Где она? Блин, надеюсь, она подписывается. Старуха Винни, ты где? Черт возьми, кучу знаков вопросов. Вот какая-то еще ходит. О, старуха Винни. Так, давайте, не знаю, Панзер, ты с ней сначала поговоришь. Что-то мне хреново, видать, помирать уже пора. Так, врач нужен. Врач, иди осмотри бабулю. Первичный осмотр указывает на то, что у вас запущенный случай старости. Рекомендую курс витаминов и дневного сна. Что? Я еще не помираю? Тогда что ждем-то? Ай да, на сходку. Окей. Дикая Магда где-то в доках. Да, вот здесь вот она была. We're moving. Давайте ее. В общем, везде проверка. Я надеюсь, что везде пройдем. В принципе, у нас механик есть, взрывчатка есть, медик есть, разговорный жанр тоже есть. Должны справиться. Так, Арчи, давай ты сначала. Мы тебе испытаем. В жопу во всех и бабусю. Весь этот сраный город. А почему? Нужен психопат. Yes? Прикол. Так. А кто из нас психопат? Грунти похож на психопата, но нет. Да, нужна Норма Джесса Плава. Она бабулю приведет. А, ну еще Фидель. Ну, Фидель стоит, как я не знаю кто. Эдгар за 10 тысяч. Черт возьми, из новичков никого нету, да, психопатов? Ну, девчонки на психопатов не особо похожи. Ладно, запомним, что нужен психопат.
Психопат ближайший — это лава. Лава стоит 6000. У нее управление отдачей. С двух пистолетов стреляет неплохо. Тяжелое вооружение. И затаенная обида. Последний противник, атаковавший лаву, получает эффект возмездия. Атакуя врага, являющийся целью, получает воодушевление. Прикольно. Так, ладно. Да понял, я понял. Так, Дикая Магда, Кайла Потрошительница и малышка Вилма еще нужна. Ну, я так понимаю, без одного бойца не получится это задание выполнить. Так, а ты кто? Это сама бабуся. А, это уже пришли, которые две. Да, это уже которые пришли. Так, окей, одна еще в доках была. Да, вот одна гуляет в доках. Тебе что надо, бабусь? Я, кстати, ее в прошлой серии случайно задел. И она по нам стрелять начала. А, на лидерство? Да, видать, вы правы. Кофейные бобы перед разборкой не очкуют. Пойду с бабусей перетру. А, подождите, я так понимаю, что нельзя будет насильно это отложить-то, потому что ночь Энта, она, скорее всего, когда-нибудь вот уже должна произойти. Так, Кайла Потрошительница осталась, это где? Вот, наверное, она ходит. Да ладно, мы без одной бабули нормально посражаемся. Кайла... Так, слушай, давай анаболик. Она какая-то жесткая, с ножом. Она анаболику только что всекла. Так, Эмди, ты его можешь подлечить? Подлечи, говорю. Нормально. Это, знаете, такой... Такой персонаж, которого можно в любом случае нанять, даже если ваши ребята вообще ничего не умеют, просто получил по лицу и пошел сражаться. А могу я сразу тебе сказать, бабусь, типа, все, больше никто не придет. Пошли, типа, сражаться. А, скорее бы уж Йент от Легион пожаловал. Погляжу хоть еще разок на своих девчонок в деле. Блин. Так, это же порт. У нас сюда, если что, боец может прибыть? Если я найму психопатку вот прямо сейчас. Только я, честно сказать, ее не особо планировал нанимать. Вот я про что. Лава — это, по сути, просто пехотинец. Универсал. Причем дорогой универсал. Так, другие... Блин, ну они все остальные другие психопаты дорогие. Это самый дешевый, получается, психопат. Есть, конечно, вот что, гвоздь-подрывник. Техасская резня, кожаный жилет у него свой. Каска и дробовик, прорыв обороны, штурм, управление отдачей, клаустрофобия. Да черт возьми, неужели придется ее брать для этого задания? Ну, повторюсь, с одной стороны, конечно, бойцы для второго-то отряда нужны, но дороговато это все, вот я про что. Хотя у нас сейчас, смотрите, у нас три инженера по-хорошему. Если мы, допустим, временно, ну или не временно, не знаю как, отпускаем анаболика, он как раз эти 6 тысяч... У него даже он 8400. Какой-то безумно дорогой стал.
вместо него возьмем лаву. Будет у нас по два инженера в отряде. И, соответственно, второй отряд, вот эту четверку возьмем. Лиска, мышь, Игорь, Гризли. Будет там и медик, будет там и инженер. Подрывника не будет, но ничего страшного. Как-нибудь попроще будет сражаться. Ну, не попроще, точнее, посложнее немножко без подрывника. Ну, ладно. Взрывчатка, он какая-никакая есть. 37 у Стива. Его можно будет взрывчатку потихонечку вкачать, чтобы он тоже что-то умел. Ладно, получается, давайте тогда ее мы наймем прямо сейчас. А остальной отряд начнем добирать после того, как рудник еще один возьмем. И, кстати, я, знаете, что обратил внимание? А, здесь депозит очень богатый. А здесь депозит Running Low заканчивается. То есть, чисто теоретически, деньги могут закончиться. Это плохо. Это я, честно сказать, не особо рассчитывал, но да ладно. То есть, сильно засиживаться, по всей видимости, нельзя. Нужно ломиться. Товарищу. Блин, в самый верхний угол, а? Самый верхний угол. Ну да ладно, опять же, мне в комментариях написали, что, может быть, можно попробовать просто за рашей долететь до сюда. Одним отрядом, а другими защищать тылы. Ну, не знаю. Так, ладно, браво. Давай возвращайся. Да. А здесь, ну... Блин, берем. Я, конечно, повторюсь, ее не планировал заказывать. Она, может, еще к нам не поедет. Лава слушает. Это насчет работы. За 9000 на 14 дней. Готово? Готово. Хорошо, заметно. Готовься. Надвигается ураган Норма. Ну ладно, Норма. Ты не начала на нас выпендриваться. Ты здесь ни на кого не гонишь. Значит, ты молодец. Она ветеран, кстати. А, по-моему, у меня уже есть у кого-то значки ветеранов. Да, лава появилась. На службе. Так, а куда? О, отлично. Доки порта Какао. За 36 часов она доедет. Ну, поехали. Эх ты. Что же мне тогда делать? Мне по-хорошему тогда можно начинать прииск штурмовать. Как раз пока она сюда приедет, пока мы здесь подремонтируемся, вот и задание выполнится. Плюс эти товарищи едут к нам. Да, получается, здесь мы идем на штурм прииска. Не буду я сейчас ремонтироваться, после штурма прииска отремонтируемся. Начнем здесь тренировку ополчения, чтобы, как говорится, приятно с полезным совместить. Да, погнали. 6 на 8, один боец утомлен, ничего страшного. Один гранатометчик, один командир, два мародера, два снайпера, два пулеметчика. Поехали. Не скажу, что будет просто, потому что... Да, разведданные отсутствуют. Где бы нам начать? Опять туман какой-то, ни черта не видать. Вот из-за этого мне, так сказать, не очень нравится игра в том плане, что ну ничего не видно. Вот зачем вот эти туманы постоянные? Это кто? Ну, это гражданский какой-то. Так, знаете что, дайте я посмотрю, что у нас по снаряжению. Так, здесь я МП. Для калаша есть патроны? Ну, какие-то есть. Ну, ладно, пока с калашами, значит. Для МП-5 есть патроны. Здесь есть. Для натовской винтовки патроны отсутствуют. Просто как класс. Ладно, Барри с дробовиком, Барри с гранатами. Здесь все в порядке. Самодельная бомба 39 урона, кстати, наносит. С4 с таймером. Уж возьми тоже вот так вот в карман. Здесь место ему освобождаем максимально. Так, что еще? Да все, наверное. Если помодифицироваться можно будет потом. Да, ну Арч здесь просто мега бронированный. Отлично модифицированный калаш у него. Здесь МП-40. Быстро изнашивается, кстати. Но патронов огромное количество. Надо их расходовать. Прям не жалеть максимально. Так, ладно.
F5 на всякий случай. И потихонечку пошли. Ну, это эти товарищи, шахтеры. Товарищи шахтеры. Ты отдохнешь, отдохнешь сейчас. Good kill. Не знаю, как вам, но я про это уже говорил, но вот мне сейчас прям приходится вглядываться в эти туманы. Мне это не очень нравится. Так, подожди, Арч. Возьми автомат, анаболик, возьми автомат все-таки. Амрин, тоже автомат возьми. Если что, потом переложим. Так, не пали контору, гражданский. В армии служила. Хреновый работенка. Нормальная была, пока новый правительство не стал задвигать всю эту хрень про частную собственность. Вот я ушел в запас и пушку прихватил, а ты? Не, я частник. В кровавом алмазе был. Говорят, там парни что надо. Ага, тупые только, как пробка. Еще бы. Раз тебя в эту банду приняли. Катись ты в жопу. Оп-оп-оп-оп. Заслушались. Шкеримся. Там парень с гранатометом, кстати. И парень с какой-то крутой винтовкой. Ну, не с крутой, но с какой-то винтовкой. Ай-яй-яй, он на крышу полез. Но опять у меня сейчас жгучее желание залезть на крышу и все чему. Ну, черт возьми, у меня от этого не получится, да? Ладно, Панзер, давай ты. Так, Барри, давай сюда. Эмди сюда. А вдруг они сейчас выйдут? Это один, видите, он там совсем. Ага, подождите, у меня ножей нет. Черт возьми, я все ножи-то выложил. А я все ножи выложил. Амрин опять отправлять? Ну, блин, Амрин не убьет. Тихо, главный. Омрин Хант Нау. Да, Омрин Хант Нау, но... Yes? Ладно, давайте двоих я туда отправлю. Да ладно! Ребята, это случилось! Мы первый раз кого-то убили из скрытности. Амрин. Божечки, что ты наделал? Как плохо, что у нас снайперской винтовки нет. Тихо, главный. Так, там он еще один патрулирует. Так, ладно. А чисто теоретически анаболик вообще может с голых рук влететь. Так, мне здесь что-нибудь с глушителем бы нужно. Подожди, слушай, Амрин. А сколько патронов у тебя? 3 патрона. Но чисто теоретически он ведь может. Амрин, чисто теоретически, ты же можешь его убить. Так, Панзер, все равно наверху сидим. Давайте попробуем Амрином его снять по-тихому. Итого будет уже минус 2. Не-не-не, Арч, тут оставайся. Амрин. Бери винтовку. Даже ляг, наверное, чтобы точнее стрелять. Так, крадись. Убрать лишнее. Безмятежность. Ну, блин, тут еще и чертов туман. Ну что это такое? В голову давай. Незначительное попадание. В голову.
Значительное попадание, нормально. Слушайте, мы прям шиноби с вами. Минус 2 по-тихому сделали. Но сейчас... сейчас обстановка, как говорится, этому помогает. РПК-74, прикол, это который мы купить можем. Блин, 74 РПК, это серьезная штука. Это такой же ведь? Ручной пулемет создан платформе АК, да, это он. Только у бабули он там, по-моему, же модифицированный. Так, ты кто? Мсье Фурнье. Омрин интеллект. Блин, там гранатометчика залутать можно было. О, Арч, кстати, иди залутай. Может, что-нибудь интересное у него есть. Ну, не то чтобы совсем интересно, но сойдет. Так, Барри, а ты пока иди вот здесь ловушку обезвредь. Так, мы только двоих убили. Ничего себе. Точильный камень. Повышает урон холодного оружия. Ничего себе. Тут даже такой есть. Ладно, С4 и бесконтактный взрыватель. Ну, мы пробовали эти штуки. Там надо прям наступить на них, чтобы они сработали. Ладно, забираем, но их очень аккуратненько надо использовать. Yes. Механика успех. Вы не прошли проверку на механику. Блин. Она болит, значит, ты иди поднимайся. Мы все, в принципе, можем сюда пока подняться. Чтоб там глаза не мозолить. О, это что? Это тоже обыск, значит. Получено 750. Три коктейля Молотова. Ну, ладно, МД, давай. Вы прошли проверку на механику. Поиск, так, доступного операции сектор К-10, поиск алмазов. Роспла до сих пор... Чего? До сих пор не тронуто месторождение алмазов, насколько я понял. Так, здесь кто? А, здесь пулеметчик и снайпер, по-моему, стоят. Чисто теоретически можно им подарочек закинуть. А, но подарочек, наверное, им Барри должен закидывать вот свою бесконтактную эту взрывчатку. Так, Эмди, где у нас? Эмди, давай поднимайся. Немного суматошно получается, ну да ладно. Это с какой вероятностью? Он с неплохой вероятностью по ним попадает. Если что, можно их пригреть как следует. Арч, а ты отсюда сможешь попасть? Так, их трое. Ну да, двое стоят и один курсирует. Ну, чуть побольше, конечно, чем положенная дальность. Чуть побольше. Так, Барри, скрафти себе гранаты. Давай вот так. И совмещаем. С4. Барочку объединить. Отлично, получилось две бесконтактных игрушки на 45 урона. Если подойти поближе, то можем и прям под ноги закинуть. Но это уже начнется прям заварушка-заварушка. То есть чисто теоретически, конечно, здесь позиции занимаем. Дальность немного выше, чем оптимальная. Здесь дальность вообще идеальная. Так, Барри,
Блин, Барри, прям, знаете, можно на курс его следования закинуть. Знаете, только хочу делать? Я хочу делать вот так вот, F5. Ай, Барри, наверное, спуститься хочу. Мы заминируем дорогу для этого товарища, но так, чтобы подорвались вот эти, которые рядом с ним стоят. Барри, кстати, смотрите, уже опытный. Видите, у него значок изменился. А, только я хочу забросить так, чтобы его не заметили. Я не знаю, если вот им как-то вот так вот гранатку закинуть. Заметят они это или нет? Это надо... Ну, хотя ладно. Ну, блин, они оба сюда смотрят. Или один только смотрит. Отвернулись. Отвернулись, отлично. Пробуем. Как вне пределов? Как вне пределов? Ты чего? Вот же прям. Он не хочет сюда бросать гранатку свою. А так? Я не понимаю, почему он ее не хочет кидать. Почему вне пределов видимости? Ну почему вне пределов? Ты чего, Барри? Привстань немножко. Вот, вообще же ничего не мешает. Только не очень удобная камера мешает. Нет, видите, крестик, ему что-то мешает бросить. Черт возьми. А просто гранату. Ну, а простая граната летит замечательно. Я не понимаю тогда, почему так? Значит, надо ждать, когда подойдут все трое. Точнее, не подойдут все трое, а когда они будут кучно, и швырнуть им туда гранату. Сейчас я подготовимся. Арш с анаболиком готовы. Амрин готов. Омрин Хант Нау, Барри. Барри готов. Так, а у меня помощнее ничего нету? Хотя, опять же, мне говорят, зачем ты тратишь так много взрывчатки? Ну, а что с ней делать-то? Иначе может опять возникнуть такая ситуация, когда... 8 на 8. Нет, пулемет слишком много патронов тратит. Можно было, конечно, Арчу выдать этот пулемет. Слушай, давай, наверное, сразу вот так на боеготовность стань. Можно, конечно, и с Амрын начать. Вот так вот, допустим, прицелиться и в голову. Незначительное попадание в тумане. Так, они, кажется, не вкурили, что происходит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, МД, снял. Но пулеметчик выжил. Пулеметчик выжил. Анаболик, что скажешь, попадешь? Блин, попадет, конечно. Незначительное попадание на 88. Как вам такое? На 88 незначительное попадание. Так, а у меня в инвизе все остались? Так, Амрин в инвиз. МД тоже в инвиз. Кого замечает? А, он никого не замечает, он трупы увидел. Поближе, значит, подойди. Давай, целься со всей силы и в голову ему. Тихо, главный. Омрин Хан Нау. Ребята, это просто что-то невероятное. Такого стелса в моем исполнении вы, наверное, никогда еще не видели. Что происходит? Как я умудряюсь это делать? Скольких мы убили уже? Мы здесь троих убили. И здесь двоих, да? Пятеро. Ну, еще достаточно много их. А сколько их было? 10 или 9? Не помню. Так, ладно. Есть ли смысл здесь спускаться? Ну, я на дороге вот еще одного увидел. Поэтому давайте чуть-чуть в ту сторону будем выдвигаться.
Так, оп-оп-оп-оп-оп, тихо-тихо, назад. Назад, это командир идет. Это идет командир. Так, Барри, привстань. Давай его заминируем, Барри. Че, тебе зря взрывчатку, что выдавал? Где он? Он ушел. Мы просто ждем. Окей. Тихо, главный. Омрин Хан. Мы пока как-нибудь сюда. Плохо, что взрывчатку потом назад подобрать нельзя. Он ее просто на запчасти разберет. Было бы здорово, если бы не подорвавшуюся взрывчатку. А, у нас, кстати... Да, у... У анаболика сверхшумовая граната срядилась. Да нет, просто ждем. Барри, просто жди. Даже нет, контроль никакой не будем включать. Сам товарищ подойдет, подорвется, потом выстрелим. Он же подойдет или он так далеко ушел? Черт возьми, он, наверное, далеко ушел. Так, фаза одним глазком. Где он там? Где он? Блин, пипец, он далеко ушел. Ладно, ждем. Что поделать? Как не только... Отойди подальше. Да, наверное, всем надо немножко подальше отойти здесь. Всяк подорвется. Ну и где он? Блин, да неужели опять вырезать придется? Я так не люблю монтировать вот такие моменты, а? Ужасно не люблю монтировать. Гораздо лучше, если бы он сразу подошел и подорвался. Его нет. О, идет. Отлично. Это караул, представляете? Он все вот это патрулирует. Что ты за командир такой, если сам все это патрулируешь, дружище? И представляете, я сейчас эту бомбу закину, а он до сюда не дойдет. Вот это будет прикол. Операция Гео... Чего? Геологоразведка. Может увеличить доход от прииска. К-10. К-10? Это... А где я сейчас? А, геологоразведка. Понял. Это мы не новый прииск можем найти, а этот улучшить. Yes. И он на нее не наступит, да? Он на нее не наступит. Он не наступит. Он наступит. Он наступит. Он выжил. Блин, он выжил. Он выжил, но он вообще не вкурил, что произошло. От слов совсем. Будем считать, что это тихое убийство. Потому что нас никто не обнаружил. Не обнаружил, значит тихое. Что принес? Какой ты молодец, а? Какой молодец! Просто 50 патронов натовских принес. Красава! Теперь из фала можно будет пострелять, когда мы его купим. Так, ну, где-то еще один пак, по всей видимости, сидит. Ну ладно. Анаболик находит запчасти. Ну давай заберем сразу, пока я не забыл, чтобы потом не бегать, все равно мимо идем. Ну они, видимо, где-то на другой части. Карьера. Три запчасти нашли, окей. Запчастей, кстати, не так, чтобы много у меня. Хотя нет, 151 запчасть, нормально. Здесь вот еще дружочка надо будет обыскать. Это что? Так, патроны. Ну, помаз. И куча патронов. Помаз еще и улучшенный.
Здесь все. Взялось все. Взялось, наверное. А, кому линза упала? Анаболику линза упала. Слушайте, ну у нас 16 патронов, между делом. 79 штук обычных и 40 бронебойных. И ФАМАС под них есть. И ФАЛ можно купить. Ну, неплохо, ладно. В коем-то веке патронами разжились. Давно у нас такого не было. Еще бы наших, так сказать, советских бы патрончиков надыбать. Было бы совсем хорошо. Они у нас, конечно, есть, но маловато. Для того, чтобы из пулемета стрелять, не хватит. Так, ладно, ищем оставшихся пацанов. Кстати, лампа двигается. Двигается? Да, двигается. Вижу противника. Так, стопэ, 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 стопэ. Ну, это обычный товарищ, по-моему. Так, подожди, подожди. Амрин, у тебя же... А, блин, нет, это 7.62, у него другие. Это 5.56. Черт, возьми, Амрин на другие патроны. Да подберите вы, куда вы идете-то? Подбирай. Тихо, главный. Омрин хант нау. Да, Омрин хант нау. Going. Still undetected. Keep silent to make good kill. Ready. Так, кто у нас еще может тихо убийство сделать? Trying to be quiet. Не то чтобы МД, конечно, мог, ну ладно. Got it. I'll shoot at anyone I see. I mean, bad guys, of course. Just the bad guys. Буду стрелять во всех, кого вижу. Ну, то есть плохих ребят. Конечно же, только в плохих. Going. Still undetected. I will fall on them like a tree in the forest. Quiet. Not even elk will see Омрин. Тихо. Главный Омрин Хан. Стэди. Стэди. Так, дружище, давай иди. Заходи в зону контроля. Зашел, зашел, зашел. И в голову. И мимо. Он понял, что произошло? Понял. Intruders! Alarm! 14. И кровотечение. 13. 15. Сколько тебе здоровья-то, дружище? Жив Блесе и... Черт возьми, он жив. Но он при смерти, насколько понимаю. Черт возьми, урон, конечно, космический. Урон просто космический. I will fall on them like a tree in the forest. Так, все в скрытность. Это у товарища, конечно, не особо получилось скрытно убить, ну ладно. Черт возьми, вот где они? Наверху, не наверху? Хотя ладно, давайте без скрытности. Остался последний. I have found a thing. With certainty. Так, Фомка нужна. Ну давай. Патроны. Нет, еще один калаш. Еще один калаш. Но это все мне нужно. Если будем вооружать следующий отряд, то... И это то ли наши с ноги на ногу переминаются, то ли кто-то идет. Полученные разведданные для сектора берег реки в джунглях. По сектору земли мертвых. Ну, молодец. Умеешь ты такие штуки делать. Alright, alright. Alright, alright. Еще-то один, урайт, урайт. Могилы. Вижу врагов, где? Пулеметом, кстати, дружище стоит. Так, а как к нему получше зайти? Здесь подниматься. Ну, наверное.
Снизу вверх стрелять как-то не очень хочется. Тем более он с пулеметом, у него явное будет преимущество по отношению к нам. Так, еще один АК. Еще один АК. Кстати, что по патронам у них? Заряженный был. Плюс 30 патрончиков. Итого. Но на самом деле, надо как-то перераспределить. То есть, калаш оставить у одного, там у двоих, другим натовские выдать. Чтобы патроны не с такой силой тратились. Не обращай внимания, дружище. Мы просто так мимо проходим. Так, теперь все сели в инвиз. И пошли его... А, так в инвиз сели. Вы что, не в инвиз-то? Я вас просто на колено поставил. Так, ладно, подходим. Так, анаболик. Давай его под контроль возьмем. Амрин. Ну давай со всего прицеливания в голову. Угу. Ну, Амрин, блин. Пулеметчик так себе. Ох, Амрин, Амрин. Yes? А так все хорошо начиналось. Давай с короткой очереди. Aiming. Еще раз с короткой очереди. Вот это уже хорошо. Вот это ему уже плохо. Так, МД, первый выстрел у тебя очень хороший. Давай. Готов. Это последний. Да, супер. Плюс 5 к лояльности. Все, прииск наш. Предлагаю немножко полутаться. Так, ребята, очень важный телефонный звонок был. И 100 патронов для Амрина. Просто как с куста. Божечки-кошечки, Амрин. Давай сразу вот так мы делаем тебе. Давай сразу эту всю штуку разряжаем. А эту штуку... Не понял. 7,60. Так, не... подожди, а почему не Амрин? Амрин. Я аж испугался, думал, патроны какие-то не такие. Не, нормальные патроны. Все, у Амрина теперь полный порядок с боеприпасами. Надолго хватит, если из пулемета не стрелять. А... Так, а советских у меня теперь сколько? Ну, слушайте, опять же таки, если все это дело разрядить... Вот еще полностью заряженный есть калаш. Я в том плане, что можно и с РПК попробовать поиграть. Дальность выше. Урон. Ну, расход боеприпаса, конечно, выше будет. Ну ладно, посмотрим. Может быть, и на РПК перейдем. Но, блин, трата боеприпаса, конечно, страшная будет. Но посмотрим. Пока что вроде как боеприпасы появились. Плюсом покрафтим еще немножко. Вы нашли пулемет? Чего? Какой я еще... Говорит Сантьяго. Спасибо, что разобрались с приисками. Не трожь мои прииски, Карасон. Держи своих псов на поводке. В этой своре, в этой стране собак отстреливают. Ты сам бешеный пес, которого давно пора усыпить. Не умеешь проигрывать, да? Сейчас я развлекаюсь с Бифом и его клоунами, а когда с ним будет покончено, займусь я им. Биф — это, похоже, прошлый отряд наемников. Это, похоже, прошлый отряд наемников. И денег у меня... Ой, уля-ля, сколько денег-то. Так, ну прииск 2000 в день. Пока что это мало. Но это из-за низкой лояльности, судя по всему. Надо здесь лояльность будет поднять.
Так, а где лояльность? Лояльность, наверное, порт какао. Какао-какао. 4 гиенки у них тут. Ну ладно, ребята, доход-то попёр, попёр доход. 4600 в день, затраты 3500 в день. Да, уже мы с вами в небольшом плюсе. Ну как, не особо большом, собственно говоря. Так, ладно. А, кстати, мне что-то про операции говорили. О, поиск алмазов есть. Для координации работ на прииске. Можно сделать так, чтобы доход был немножко побольше. Атака санпоста. Так, нет, подожди, это зачем? Зачем она хочет вот так-то идти? Я не понимаю, здесь дорога лучше или что? Давай сюда и потом сюда. Всяко же быстрее прибудешь, чем эти ребятки. Ну да, тогда здесь. Контракт истекает, контракт истекает. Но это все немножко дальше будет, поэтому давайте пока здесь операция. А кто здесь нужен? А, с механикой высокой. Наемники сравнивают по характеристикам лидерства. Лидерство и механика. Суммарно, что ли? За один день 4 часа. Ну ладно, анаболик тоже помоги. За 15 часов они найдут все. Анаболик, ты на самом деле прям недолго с нами остаешься. Насколько я понимаю, так раны нам не нужны. Точнее, не то, что не нужны, а нет у нас ранений. Так, по ремонту. Блин, я, конечно, два у меня механика ушли на поиск алмазов. Ну, бог с ними. Ремонтируйте, как говорится, сколько есть. Нужно ли мне пулемет ремонтировать? Не уверен. Я его, скорее всего, разберу. У меня сейчас, по большому счету, два пулемета. Один на вот здесь, на основной... Ну, не на основной базе, на прошлом прииске. И один РПКшный. Поэтому этот пулемет, скорее всего, я не буду использовать. Слишком это расточительно. Да, давайте пока как-нибудь вот так. Подготовка ополчения... Черт возьми, Эмди, ты просто так отдыхаешь, получается. Тебе даже заняться нечем. Ну, можно его на разведку отправить. Интеллект у него 94. Чисто теоретически он все неплохо разведует. Так, 4 новичка за один день 14 часов, а Эмди... Ничего себе, Эмди ускоряет процесс. Лидерства у него как такового нет, но при этом скорости нормально добавил. Меньше чем за день они 4 новичков уже натренируют. Лояльность города всего лишь 10%, ну да. Не то чтобы сильно много. И то получается, мы ищем алмазы, мы ремонтируемся, мы готовим ополчение. Мы пока что ставим на паузу. Контракты заканчиваются. Ну еще 2 дня на самом деле. Много мы здесь успеем за эти 2 дня. У нас 24 тысячи. Деньги капают просто безумно. Можно, конечно, здесь еще посидеть, помодифицировать, поремонтировать. Ну, смотрите, я не уверен, что мне этот МГ-42 нужен. Можно, конечно, его пока что оставить. Давайте его в схрон положу. Ну, РПК тоже положу. Да все, наверное, пока в схрон положу. Особенно с точки зрения товарища анаболика. Да ладно, анаболик, оставь пока. Не факт, что ты прямо сейчас уходишь. Так, это пока что оставим. Амрин. Какое-то безумное количество у меня сигнальных пистолетов. Ладно, АК тоже забирай. Груз с алмазами, но это можно продать. Еще плюс 12 тысяч. Барри. Так, ну у Барри надо места освободить в инвентаре. Броню сюда, сич. Да все, я выложу, наверное. Оставлю вот эти несколько видов гранат. Так, панзер.
Слушай, у меня калашей просто какое-то безумное количество. То есть я спокойно следующий отряд вооружаю. Просто максимально спокойно. Проблема только в том, что патронов для него не будет. Ну хотя у меня и мелкашка тоже есть. И пистолеты есть, УЗИ есть. В принципе, все нормально. Так, фаза. Ну, фаза какая-никакая, медицина есть. Вставляем. Порох. Блин, а порох я зря, наверное, убираю. Потому что нам в соседнем регионе же крафтить надо будет патроны. Поэтому порох оставим. И сейчас, знаете, еще, допустим, если я хочу модифицировать РПК. Да, видите, стальная труба должна прям в инвентаре лежать. Так, трубу бери. Линзы, значит, бери. РПК модифицировать. Невозможно подтвердить оружие не в инвентаре наемника. Ну, понятно. Так, нет, не то взял. А тебя можно модифицировать? А его даже модифицировать нельзя. Окей, значит, РПК модифицировать. Вертикальную рукоять удваивает бонус к точности для первого уровня прицеливания. Крутая штука. Ну, сошки, без них вообще, наверное, нет смысла большого от пулемета. Потому что надо, как говорится, ложиться и стрелять. Глушитель на пулемет тоже делал такое. Компенсатор. По одной и той же цели точность повышается. Так, ну сошки я точно ставлю. Запчасти, конечно, тратятся. Да, но я думаю, что этот РПК с нами относительно надолго. С другой стороны, блин, с другой стороны, не знаю, может быть, купить тот РПК, потратить деньги вместо запчастей. Даже не знаю. Просто тот уже модернизированный. Что важнее, деньги или запчасти? Ну, с другой стороны, с запчастями у нас проблем вроде как вообще не было. Поэтому давайте модифицируем. Куча, кстати, оптики. Доп. Уровень прицеливания, ну не знаю. Большой бонус к шансу крит попадания для атак с уровнем прицеливания 3 и выше. Увеличивает бонус к точности при прицеливании. Если ваше первое действие атака, то оно... Вот это, кстати, неплохая штука. То есть первый выстрел уже с высоким уровнем прицеливания будет. С другой стороны, вот зеркальный прицел интересный. Средний бонус к точности для прерывающих атак, то есть боеготовность. И более широкий сектор контроля. Для пулемета, наверное, вот это надо. Да, то есть сейчас прицела никакой не ставлю. Ищем чип. И с чипом просто боеготовность страшная у него будет. Так, здесь... Улучшенная прочность. Прочность. Да не, я увеличенный магазин хочу. Отлично. И надуло. Либо компенсатор, либо усилитель отдачи. Короткая очередь, длинная очередь, автоматический режим. Позволяет выпускать больше пуль. То есть за один выстрел больше урон наносим, но больше патронов тратим. Давайте на компенсатор поставлю. Состояние оружия ухудшилось. Спасибо. Что, шутка такая? Спасибо. Потратили кучу ресурсов. Большие мы молодцы. Даже тепловизор есть. Вообще круто. Вот хочу я линзу тратить сейчас или нет? Даже не знаю. Да хочу я линзу тратить. Да. Давайте пока что поставим призматический прицел. Соответственно, когда найдем чип, получше прицел поставим. Да, и получается, Панзер, у тебя новая игрушка. Да, ты берешь себе РПК. Здесь мы это все дело разряжаем. Здесь мы все это дело заряжаем. Да, да что же я сделал-то? Разрядить. Нет, 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 это вот... Что? Анаболик, ты меня зачем запутал?
131 патрон, давай. Вот так вот. 90 патронов, кстати, в нем стало. Неплохо. И получается, по-хорошему, еще один калаш мы можем использовать. Ну, временно, да, временно это будет калаш-анаболик. Он себе его берет. Будем потихонечку постреливать. Потому что патронов, как видите, на большое количество калашников нам не хватит. Хотя, ладно, я тебя с собой буду таскать. Потому что, может быть, в дороге где-то придется модифицироваться. Так, ну ладно, калашей, конечно, много, но... Ну, не знаю, ФАМАС 3 на 8. ФАМАС 3 на 8, 24 дальности. Ну, это даже не ФАМАС, нужно ФАЛ купить. ФАЛ-то поинтереснее ФАМАСа. А что здесь на нем самодельный? Нет, не самодельный, нормальный глушитель. ФАЛ побольше урон наносит, чем ФАМАС, поэтому... Более такое грамотное будет расходование боеприпаса. Так, ну здесь получается все у меня делом заняты. Получается, что все. Ладно, ребят, давайте, наверное, на этом моменте мы с вами и закончим. В следующей серии, я не знаю, успеют ли тяжелые штурмовики Легиона прибыть к нашему ополчению и к Алине. Кроме того, здесь у нас лава уже в пути. В скором времени прибудет. Вот я думаю, как мне сейчас лучше сделать. Анаболика, допустим, мы отпустим, и этот отряд будет полноценный 6 человек вместе с лавой. Там и механик есть, и медик есть, и подрывник есть, все здесь есть. Лава таким, ну не знаю, а-ля как анаболик она и будет. Она штурмовик, по большому счету. Так же, как анаболик штурмовик, только анаболик еще худо-бедно в механике разбирается. Лава, соответственно, просто меткая. Ну да. Но в этот отряд потом еще кого-нибудь доберем. То есть у нас там пока один боец. Если мы... Ну хотя вот этих, если четырех бойцов сразу заберем, вот уже будет 5 бойцов в том отряде. То есть худо-бедно какие-то задания можно будет выполнять. Что у нас тут с меткостью? Ваше здоровье. Ну да, меткость, конечно, здесь хромает на обе ноги. Снайпер бы сюда какого-нибудь. Есть сова. Ну, вот с доба, кстати, есть снайпер. С хорошей меткостью. Может быть, даже ее взять имеет смысл. Вместо кого-нибудь из этих ребят. Вместо мыши той же самой на первое время. Тем более по цене они плюс-минус одинаковые. Ну да, взять Лиску, с добу и Игоря с Гризли. Получится там и медик, и подрывника не будет, но, повторюсь, гризли можно будет в подрывника переобучать. У него взрывчатка сейчас уже какая-никакая. Но будет проблем, конечно, с обезвреживанием. Всяких штук часто будем подрываться, судя по всему. Но что поделать. Ладно, ребят, на этом моменте предлагаю закончить. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока!